Господи милостивый, за что? За что такая несправедливость? Всего одну воду плавал красавец наш Петр Железнов. И вот уже догорает. Селяви! Кто дежурил? Матрос Шаламов. Шаламов? Он. Свояк к нему из Сызрани приехал. Четверть водки выжрали на борту. И воспламенились. Да. И воспламенились. Я же вам говорил, Васа Борисовна. Списать надо было матроса Шаламова на берег. Слабый он человек, водку любит. Не послушались вы меня. Теперь, пожалуйста, вон их везут. А все доброта ваша. Да не добра я вовсе. Он Федю моего мальчиком из воды спас. Оба в уголь. Не знаю, не знаю. Сейчас поглядим. Да, оба в уголь. Пить-то пей, да дело разумей. Пить не умеют. А лучше не пей и разумей. Да я не о себе говорю. Вон, о них, об угольках. 300 тысяч, 300 тысяч, как одна копеечка. Да будет вам, Гурий Львович. Бог дал, Бог взял. Едем. 300 тысяч. Да перестаньте, Гурий Львович. Не люблю пустых слов. Можно подумать, что проход ваш, а не мой. За дело душа болит, Васа Борисовна, за дело. Ну, если за дело душа болит, вот и давайте поговорим о деле. Весь внимание, Васа Борисовна, весь внимание. Записочку эту я вашу почитала на сон грядущий. Да? Да. Ну и как? А вот так. 3 с полтиной за 1000 пудов, 35 сотых копейки с пуды, это, конечно, маловато. Безусловно, маловато. Не перебивайте меня. Это маловато. Для грузчиков товара пассажирских пароходств это маловато. Им приходится таскать грузы и за 25 сажен и дальше. Безусловно, приходится. Они в среднем вырабатывают целковый в сутки. Им на мясо не хватает. А без мяса что за грузчики? Что правда, то правда. Кто же спорит? Вот вы и спорите. А вам бы статейку в газету тиснуть. Найти человека, чтоб с грузчиками потолковал, а не записочки строчить. Простите меня, Васа Борисовна. Найдете такого? Разумеется, найдем. Вот это дело. Надо крупное хозяйство прижать, Гурий Львович. Легко сказать, Васа Борисовна, легко сказать. Прижать, прижать их надо. А у меня хозяйство мелкое. Ну, что у вас, Васа Борисовна, не скромничайте. Давно не мелкое, и даже не среднее, а покрупнее, и даже очень крупное. И вы это хорошо знаете. Не знаю, не знаю, знать не хочу. У меня груз мелкий. У меня сами матросы перебрасывают с парохода на пристань. Грузчиками пользуемся изредка. Вот поэтому матросам 2 рубля с 1000 пудов мало. А за что больше-то? То есть как за что, Васа Борисовна? Вот вы устроите, чтобы Кавказ Меркурий и пароходство Сироткиных до пятишницы с 1000 пудов цену подняли. Устройте, Гурий Львович. Тогда и наши пароходики охотнее грузиться будут. Тогда и мы прибавим матросам. Так что, извините, записочку это вашу решительно бракую. Ну-ну. Баранки гну. Алексей! Где он? Алексей! Тут я! Вас, Борисовна! Ты что там делаешь? А ну-ка, вылезай оттуда! Он минут! Двигай, двигай! У них тут в моторе трубочка лишняя оказалась. Сейчас откручу ее и едем! Он же вам Пежо испортил, мерзавец. Вы его в Париж посылали, одели там с иголочки, а он испортил. Ну, Гурий Львович, здоровы будьте. Я пошла. Время – деньги. На меня дела плывут. Васа Борисовна, подождите, он сейчас исправит. Васа Борисовна! Thank you.
Шофер, тебе на телеге ездить, а не в Пежо. Вас, Борисовна, Сэмонифик, из трубочки-то авто быстрее бежит, видели? Ты вот что, Сэмонифик, поставь авто в отбор, и чтоб сразу же, понял? Понял. А будешь опять девок катать, ту волю, вот так, все. Слушаюсь, только не сердитесь, вас, Борис, из трубочки-то, оно быстрее бежит. И трубочку тоже поставь на место. А все-таки быстрее. Я проказ этот господин Пежо, Париж напишу. Не возражаете? Вас, Борисовна? Запиши. Мерси! И чертеж сделаю. На-ка вот, Анюта, сними копию живенько. Сделаешь, и сразу же Гури отошли, а то ворчит очень. Слушаюсь вас, Борис. Опять кто-то на лифте катается. Да нет, вроде по делу кто-то. Матрос Шаламова, помнишь? Помню вас, Борисовна, как не помните? Он Федю вашего в ледоход из воды спас. Верно. Ну так вот, теперь ни матроса нет, ни парохода. Как? А вот так. Пожалела я его тогда, на берег не списала, а он мне пароход спалил. С пьяну, что ли? С пьяну. Господи милостивый, за что? А за то, что пожалела. То, что жалеть человека нельзя. Ему от этого вред. И себе. Бонжур вас, Борисовна. Здравствуй. О чем это давеча Гури с тобой разговаривал? Да не разобрала, что так консерватизм. Ну что он там? Алло, моторная! Моторная, слушай! Василий, ты что, уснул? Выперхнулся я, Анна Ивановна, кашу ел, да пошла. Извиняюсь, сейчас! Ну, двигай, двигай! Все-таки вас, Борисовна, в технике мы весьма отстали от иностранцев. Зато по доброте душевной мы впереди всех народов. Что верно, то верно. О чем третьего дня с ним разговаривали? Рассказывала о немецких социалистах и короле их. Гляди, как бы он тебе живот не натискал социализмом своим. Ну уж нет, я выучена. Он за Натальей Сергеевной ухаживает. Знаю. Ну, Надка не глупа. Он и за Людочкой тоже. Видишь? Какой разносторонний. Васа Борисовна, где это вы ходили? Ножки испачкали. Где ходила? По помойке ходила. Давайте-ка я вас разую. Послушай, мать, что это ты тут мне насчитала? А что? Смотри, 97 385 рублей 57 копеек. Правильно. Нет, неправильно. Ты на полтора целковых ошиблась. Ты ж меня так по миру пустишь. Ты что? Ой, Васа Борисовна, простите Христа ради. У меня вчера мигрень случилась. Мигрень? А ты не считай, когда мигрень. Или лекарство прими, мигрень. У нее мигрень, а я померу с умой. Мигрень. Ну, что ты мне их суешь? Ну, ты их еще на стол поставь. Поставь их на стол. Простите, Христа ради вас, Борис. Возьми документ обратно. И чистенько все перепиши. Слушаю. Говорите. Слушаю. Да? Ну, вы где, внизу? Поднимайтесь, жду вас. Да. Мельников из окружного суда. Пока буду говорить, никого ко мне не впускай. Слушаюсь. Ну, двигай, двигай. Пойдем.
Спаса Борисовна, разделись бы. Вспотеете все. Мигрень. А я померу с умой. Добрый день, многоуважаемые. Добрый день, Юрий Васильевич. Проходите. Присаживайтесь. Иди, Анюта. Да, и притвори поплотнее дверь. Слушаюсь вас, Борисовна. Ну что? Новости невеселые, Васа Борисовна. Предварительное следствие закончено, дело передано прокурору. Следователь уверяет, что смягчил, как мог. За 3000-то мог бы и совсем смягчить. Невозможно. Я читал показания этой бабы сегодня. Она пооткровенничала, как на исповеди. Значит, суд будет? Неизбежно. Наказание какое? Возможно, каторжные работы. Что это? Это фотографии потерпевших, как вы просили. Как это у вас называется? Что именно? Баловство это. С детьми. А, растление. И слово-то какое-то липкое. Ой, господи, срам-то какой. Кто это? Это Аникина, дочь прачки. 11 лет, с супругом вашим. Господи, кто это сделал? Полиция, в номерах. Не совестным снимать такое. Я покупаю это. Васа Борисовна, это невозможно. 1000 даю. Это невозможно. Ну, 2000. Нет, нет, нет. Не стоит она денег этих. У полиции пластины, если не могут напечатать сколько угодно. Я прошу вас, я из дела вынул. Что же теперь будет? Ну, прокурор составит обвинительный акт. Вручит акт обвиняемому. Арестует его. Всех троих и сегодня? Всех троих и сегодня. А нельзя, чтобы прокурор еще смягчил? Можно, но наш... Тише, тише, тише. Что? Наш метит на высокую карьеру и вряд ли решится. Хотя есть слух, что со стороны соучастников деяния хлопочут. Вот как. Ну-ка, сдавайте, и мы похлопочем. Предложите прокурору сделку. Мне надо это дело похерить. Совсем похерить. У меня дочери. Вас, Борис, я понимаю вас. У меня у самого сын. При всем уважении к вам и... благодарности за доброту вашу. Короче говоря, Юрий Васильевич, о благодарности будем говорить потом, когда сделаем дело. Мирно и прилично. Действуйте. Так я совершенно... Я не... Юрий Васильевич, мне денег на этот случай не жалко. Удастся? Векселя ваши возвращаю вам. Могу добавить. Да, все-таки я. Довольно? Все-таки я. Вас выясню. Лучше бы вы сами. Ну, это слишком жирно будет для прокурора, чтоб я ему кланялась. Платить согласна, кланяться нет. Так что вы сегодня же, Юрий Васильевич, пожалуйста. Потом позвоните и сообщите цифру. Пишите, откланяться. Ну, желаю успеха. Я спешу в суд. Спешите, спешите. Юрий Васильевич, и помните, денег мне на этот случай не жалко.
Мамочка, я сегодня такой сон видела, просто удивительный. Ну, чего тебе? Ты работаешь? Работаю. Уйди. И позови ко мне Лизу, пожалуйста. Брат жалуется. Замки не смазала. Не слушаешься его. Не успеваю я вас, Борисовна. Одна на всех. На весь дом. Трудно мне. Дайте помощницу, девчоночку какую. Нет, 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 нет. Этого не жди. Не люблю лишних людей в доме. Тебе барышни помогают. Получаешь хорошо. Старайся. Меньше спи. Да я не ложилась еще. Сергей Петрович, позови ко мне. Слушаюсь. Трудно дышать. Это ночь. Опьяненная, знойная и самой полна. Сладким дыханием цветов напоенная, душу волнуется. Зачем звала? Только встал или спать собираешься? Только встал. Ну, чего тебе? Не ори, не страшно. Я не ору. Вот и не ори. И не ору. Ну и не ори. Сядь. Сел. Вот и посиди. Ну, что тебе надо, говори. Обвинение твое прокурор утвердил. Врешь, не верю. Утвердил. Ах, сволочь, ворюга. Я ж ему 9000 в карты проиграл, еще 11 обещал. А он утвердил. Ах, ворюга. А еще прокурор. Вот и верь после этого людям. На днях получишь обвинительный акт. После этого арестуют тебя. В тюрьму запрут. Пожадничала, да? Сколько ты дала? Сколько ты следователю дала? Не ори, тебя слышат. Сколько Мельникову? 30000 дала. Да знаю я тебя, за Целковой удавишься. Купчиха ты, торговка, подонок. Пакостник, смотри. Чего ты мне их суешь? Их не взяли. Не взяли, Мельников. Не взял. Гнида, скотина. Ничтожество. Не взял. Испугался до смерти. Далеко дело ушло. Не остановишь.
За совращение малолетних полагается каторга. А ты рада? Ты рада? Рада. Да, я рада. Я рада, я так рада, что жить не хочется. Рада. У тебя дочери, невесты. Каково для них будет, когда тебя на каторгу пошлют? Кто порядочно их замуж возьмет? У тебя внук есть. Скоро ему 5 лет минит. Лучше бы тебе, Сергей, человека убить, прости Господи, чем пакости такие содеять. Тебя убить-то надо было. О, да, тебя. Да. А сердце твое жестокое. Собакам бы кинуть. Да, ты меня, да, запутала, ты меня замотала. Да не ври, сволочь, ты не ври. Кому ты врешь-то? Самому себе противно слушать. Развратник. Прошу тебя, Сергей, не доводи дело до суда. Не позорь семью. Не за себя. Ради детей прошу. Сергей, Сережа, прошу тебя, прими порошок. Нет, я схиму приму, я в монахи пойду. Я под землей буду жить, а буду. Пустое сказал. Пустое. Хочешь, я на колени встану перед тобой? Я. Перед тобой. Поди ты прочь. Подумай, ты ведь будешь сидеть в тюрьме, потом весь город, весь соберется смотреть на тебя. После этого ты страшно и долго будешь умирать арестантом, каторжником, в позоре, в тоске. А тут без боли, без стыда. Выпьешь и как уснешь. Ничего, пускай судят. А дети, а позор. А я и в каторге буду жить, пускай. Пустое, прими порошок. Ничего я от тебя не приму. Прими добровольно. А то что, отравишь? Сергей, ты куда? Погоди. Сергей, Сергей, подожди. Подумай о дочерях, за пакости отцов дети не платят. Я на суде молчать не стану. За матерей. Пойми. За матерей, которые своих мужей травят. Слышу тебя, не ори. Я на суде молчать не стану. Я все расскажу. Как ты приводил мой дом гулящих девок, как распутничал с ними. Дудочку напугал. Она после этого вроде слабоумная. Ни к чему не способна. Молчать смотреть на тебя страшно. Слышишь? Прими порошок. Слышишь? Сергей, подожди. Слышишь? Сергей. Из-за чего грызлись? Не знаю. Слышала только, как Васа Борисовна уговаривали его какой-то порошок принять. Какой порошок? Лекарство, наверное. Какое лекарство? Откуда мне знать, какое? Ну и дура. Сергею никакого лекарства не требуется. Он здоров, как верблюд. Мы с ним всю ночь в лифте 9 ловили и коньяком питались. Ну, может, содовый порошок-то? Еще раз, дура, коньяк сода не требует. Ничего не видишь, ничего не знаешь. За что я тебе только подарки дарю? Да уж, подарили вы мне. Скоро всем уже будет виден подарок ваш. Лучше я, чем Пятеркин. Ага, лучше. Пятеркин вон своих девушек на авто катает. Я тебе... А вы? Покатаю! Я тебе так покатаю, своих не узнаешь. Да ладно, будет вам. Покатали. С ветерком проехались. Замки смазала? Маш! Вот не приду сегодня ночью койку стелить. Будете знать. Но ты двигай, двигай. Ты новость знаешь? Какую новость?
Что ты бегаешь, как росомаха, не причесана? Федор Железнов сгорел. Какой Федор? Что ты мелешь? Пароход наш новый, одну воду плавал. Забыл? Вот те раз. Еще новость. Отца решили судить. Врешь? Не вру. Кто сказал? Сын Мельникова, Евгений. Вот те два. Я отвертелся, значит, капитан. Вот тебе Железнова, вот тебе Храпова. Старинная честная фамилия. Одно к одному, одно к одному. А вот капитан бедолага, а? Не повезло ему. Да и нам теперь сраму хватит. А может, оправдают? Да не в этом дело. Дело в суде, в позоре. Да нет, засудят. Теперь какой народ пошел? Раз богатый, значит, виноватый. Несчастные люди богатые. Ты пойми, что не столько капитана Железного судить будут, сколько нас, Храповых. А ничего нельзя сделать? В Америку бежать, куда все жулики скрываются. А подкупить суд? Да дело ведь. Ну? Мать не одну тысячу истратила, чтобы погасить этот скандал. И прокурору дано, и следователю дано, полиции дано, даже мне дано. А тебе-то зачем? Чтоб молчал. И ты взял? Взял. Не вышло, значит. Не быть теперь мне городским главой. А вам, женихов, вашего круга не видать, как своих ушей, даже с приданым вашим. Запачкал вас папаша, сукин сын, проходимец. Ну, хоть ее, вот идиот. Кто? Мать твоя, вот кто. Она не идиотка. Зачем лезла замуж за этого капитана? На 20 лет старше ее. Так вы же уговаривали. Он же приятель ваш. Ну и что? Зачем слушала, коли умная? Уговаривал. Я не от мира сего. Я добродушный. Я артист по натуре. С меня взятки гладкие. Уговаривал. Знаю. В оперетке молодой мечтали комиком играть. Мечтал. Мечтал. А он по морям плавал. Эко невидаль. Малого дерьма-то по морям плавает. Она его любила. А иди ты к черту. Любила. Опять нос суешь. Куда следует. Там еще лимон есть. И про твою честь. Может быть, еще что-нибудь надо? Нет, ничего, иди. Чего ты встала? Иди.
Ну как Сергей-то? Ничего, на сердце жалко. Надо, скажи, чтоб чая дали мне. Сказали бы сразу, что мешаю. Да, и мешаешь. А чаю я хочу. И оденься, проспусь тихо. Сердце, говоришь? Сердце. А ты чего? Чего? С утра я трезвый. Будешь трезвый. Суд-то не удалось отвезти. Ну, с девицами-то погоди об этом говорить, я сама им скажу. Наталья знает, она мне и сказала. А ей кто? А этот, сын Мельникова. Женька? Ну? Напрасно девицы принимают его. А он интересный. Подруги всех ворат и не ходят к нам. Ну да. А ну-ка, помоги-ка Лизе прибраться в комнатах. Быстренько, дочка. Никуда не пойду. Почему ты меня все время гонишь и толкаешь куда-то? Как это ты с матерью-то разговариваешь, а? А так? У меня дела, Людочка, у меня хозяйство. Хозяйство, хозяйство, а для дочери и времени? Ну вот буду чай пить, тогда мы с тобой побеседуем. А сейчас иди и помоги Лизе. Никуда не пойду. Я знаю, ты сейчас будешь дядю ругать за то, что он папу распутником называет. А? Ну, распутная, Людочка, это не беда. Распутный распутывает. Кто-нибудь напутал, а он распутывает. Правильно. Я вот, например, всю жизнь распутываю путаницы разные. Ты неправду говоришь, я знаю, что такое распутный. Вот дядя распутный, он Лизу беременной сделал. Папу он не любит и ругает его. И ты, мама, папу не любишь. А почему ты его не любишь? Ведь дядя тоже пьяница, так ты его любишь. Самовар поставили. А отца я полюбила, Людочка, когда мне не минуло еще и 15 лет. На год моложе тебя было. А в 16 лет мы уже с ним обвенчались. Ты меня слышишь? Uh-huh. А в 17 лет, когда была беременна Федором, за чаем в Троицын день, престольный праздник, облила мужа сапог сливками. Ну, бывает. Так он меня заставил сливки сапога слезать. Слезала. А что делать? При чужих людях. А нашу фамилию, Храповых, люди не любили. Мам, зачем ты все это рассказала? Ната, помнишь, как ты коловоротом в переборке дырку сделала? Забавами отца любовалась. Помню. А потом прибежала ко мне, вся в слезах. Мамочка кричала, прогони их, прогони. Помню. Это что же, вы домашний суд устраиваете? Язва какая, а? Значит, помнишь, Ната? Да. Это хорошо. Без памяти жить нельзя. Родила я 9 человек детей. Осталось вас трое. Людочка, иди сюда, дочка. Садись рядом. Не сердись на мать. Один родился мертвый. 2 девочки до года не дожили. Мальчики до 5. А один 7 лет умер. Вот так-то, дочери. Рассказала я это вам, чтобы вы замуж не торопились. Мама, почему все умирали, а мы живы? Ну, что такое ваше счастье, дочка? А умирали от того, что родились слабенькие, а слабыми родились от того, что отец ваш пил много, бил меня часто. Вот дядя Прохор помнит это. Да, бивал. Он людей бить на матросах учился, так что бил основательно, с пониманием. Дядя Прохор, а ты свою жену бил? А как же, бивал. А за что? Знаешь, как в одной оперетке поется? Жениться нам весьма легко, но трудно жить втроем. Я с ней 4 года прожил, больше не решился. Спокойней, знаешь, как-то жить одному. Зачем своей лошади, когда лихачи есть? Лиза, что с тобой? Что случилось? Вас, Борисовна, там Сергей Берович, кажется, папа умерли. Ты с ума сошла, дура. Господи, с ума сошла. Прохор Борисович, как же это, а? Как же это?
даже ноги трясутся. Иди, Наталья. Иди. Если умер, значит, судить некого. Соду принимал. Шесть, пять, три, барышня. Да, спасибо. Кто вы, Яков Семенович? Да, пожалуйте к нам. Нет, сейчас, немедленно. Да, да. Сергей Петрович скончался. Нет, нет, был вполне здоров, в церковь собирался. Да, что? Нет. Нет, он на изжогу жаловался, соду принимал. Нет, никто не видел. Нет, в одночасье, да. Спасибо. Никто не видел. Лизок, может быть, ты видела? Нет, нет, что вы, Господь с вами, вас, Борисовна. Я ничего не видела, ничего не слышала. Вас, Борисовна, вот, истинный крест. Истинный крест, я ничего не видела. Нет, нет, я ничего не видела. Ну, Лизочек, ну что с тобой? Ну, успокойся, Анюта, успокойся. Помилуйте, за что, за что? Я же не видела ничего. Анна Васильевна, вот, вот, я ничего не слышала, ничего не видела. Господи, Прохор Борисович, миленький, ну вы-то хотите... Иди, колода, гору строила. Ступайте все вниз. Я хочу побыть с Сережей одна. Ну, двигай, двигай отсюда. Прошу, Господи, что же это такое? Прошу, Господи, прошу. Богатырь ты, Васа. Богатырь, ей-богу. Вся в деда. Это еще что такое? Ты что мелешь-то? Опомнись, дурак. Молчу, сестренка. Молчу. Благословляется и освящается корабль сей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков. Thank you.
Благословляется и освящается корабль сей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается корабль сей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается корабль сей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поздравляю вас, хозяюшка. Поздравляю. Иди сюда. Иди себе смирно. Храни тебя, Господь. Поцелуй, Господь. Поцелуй. И Матерь Божия. Молодец. Поздравляю. Сейчас поиграешь. Поздравляю. Поздравляю. Ну, Петр Иванович, поднимайте якорь. Слушаюсь. С Богом. А теперь, господа, почтенные гости, воздав Богу Богова, воздадим кесарю Кесарева. Музыка. Славься, играй. Угу. Давай. Калёня, реку? Вижу. Смотри, какая она красивая. Это Волга. Волга, мать. Правильно, молодец. Люби ее, она кормилица наша. И кораблик этот люби. Нравится он тебе? Нравится. Молодец. Береги его. А знаешь, чей это кораблик? Чей? Ну, чей, подумай. Наш. Нет, Калёня. Наш это, считай, ничей. Надо говорить мой. Мой. Молодец. Конфетку дай ему. На-ка, Калюня, держи конфетку. Спасибо. Запомни, Калюня, береги имущество, умножай. Вырастешь, свои корабли строй. Хорошо строй, чтоб долго служили. Хорошо служили. И еще запомни. Время пройдет, меня не будет. Ты стареньким станешь. Дети твои, внуки, правнуки вырастут, а кораблик этот все плавать будет, пользу приносить. Понял меня? Понял. Ну, молодец. На-ка еще конфетку. Держи еще конфетку. Молодец. Теперь, господа, дорогие гости, пожалуйте к столу. От обеда, чем Бог послал. Музыка.
Дорогие гости, прошу вас, присаживайтесь, пожалуйста. Сергей Васильевич, Авдотья Назаровна, пожалуйста, садитесь. Евлампий Силович, дорогой, присаживайтесь во главу стола, пожалуйста. Дорогие гости, пожалуйста, прошу вас, не стесняйтесь. Всем места хватит. Прошу вас, присаживайтесь. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Людочки, дочки, в середину стола. В середину. Что такое? Там внизу матроса убили. Как убили? Ты что мелешь? Да, убили. Кто? Не знаю. Пожалуйста, прошу вас, дорогие гости. Испачкаете. Пусть умрет. Юрий Васильевич, вы каким образом? Кто это его так? Мы с трубой. За что? РСДРП. Долой царя. Агитировать вздумал собака. Ловишь их, ловишь, с ног сбили с вас, Борисовна. Вы что же, другого места не могли найти? Никак нет. Тут настигли. Как работа? Фамилия? Чижов, Ананя Васильевич. Секретный агент. Документы в порядке. Проверил. Меня интересует фамилия матроса. Завьялов Степан Иванович. 25 лет. Сын слесаря Сормовского завода. В команде первый год. Срочно составьте рапорт. И доложите полковнику Попову. Слушаюсь. Алексей Иванович осведомлен. Уберите его, он уже умер. И чтоб чисто все было. Не извольте беспокоиться, Вася Борисовна. Все чисто будет. Выскоблен. Ну что, Анна, видела сегодня? Каков наш Мельников-то? Тихоня. Видела. Убил и не поморщился. Убил не он, а тот, который в шляпе стоял. Невелика разница. Тот убил, а этот не поморщился. Он в Союз русского народа записался. Знаю. Это он дурак из-за сына. Парни-то его хотели выгнать из кадетского корпуса. Вот он и записался. Сегодня, говорят, еще учительницу какую-то арестовали. А потом кочегара. И еще кого-то. Это что, все из этих долой царя? У них это различно. Одни царя, другие всех богатых. И чтобы сами рабочие управляли государством.
Пропьют они государство-то. То-то и оно. Не пьют они, Васа Борисовна. Не пьют. Революционеры, видишь ли. Они песни свои поют. И напоют. Беду. Чует мое сердце. Не кончится это добром. Наталья Сергеевна тоже их песенки напевает. Надка. Да она что, спятила? По-моему, это она нарочно. Подразнить. Бить ее некому. Она после смерти Сергея Петровича очень мрачной стала. Да еще слухи эти. А что, слухи живут? Живут. А ты слухам веришь? Нет. Меня только самоубийство Лизы смутило. Никак не пойму, почему. Ну, это Прохорова дело. Он ее чем-то напугал. Что, она жила с ним? А ты будто не знаешь. Ты уж со мной-то не хитри. Да, она беременная была от него. А разве не верит, что Лизавета в баню угорела? Немногие верят. Ну что такое? Чего тебе? Там женщина. Ну какая женщина в такую пору? Имя трудное. Моисеевна. Господи. Рошель приехала. Включи электричество. Девицам ничего не говори, сама им сюрприз сделаю. И ты тоже молчи. Вскипяти самовар, поставь в столовую. Слушаюсь. Прибери-ка тут хорошенько. Господи, прикатило. Ну, здравствуй. Не ждали меня, Васа Борисовна? Да уж не ждала. А я вот приехала. Да уж вижу, что приехала. Явилась, не запылилась. А у вас здесь все как было, по-старому? Да, все как было, по-старому. Ты лучше расскажи, как ты явилась, откуда? Из-за границы. Ну, это понятно, что не из Тамбова. Что, пустили? Нет, я приехала в качестве компаньонки с музыканшей. Так, с чужим паспортом, значит? Да. Молодец, узнаю. Смело это у нас. Еще красивее стала. С такой красотой. Ну да ладно. Как Федор? Правду скажи. Федя вас, Борисовна, безнадежен. Угасает он. Доктора говорят, 2-3 месяца ему стало жить, не больше. Что же ты его там одного оставила? Сюда прикатила? Он сам настоял. Ну, а ты бы его не слушала. Жена ведь. Как надо было, Васа Борисовна. Сгорел, значит. Федор, сын капитана Железнова. Да. Худой, почти прозрачный стал. Понимает, что приговоренный все такой же. Веселый, остроумный.
сгорел. Федя, сыночек мой. Коля спит? Что? Коля спит? Коля? Не знаю, спит, наверное. Можно на него взглянуть? Нет, нельзя. Почему? А, его нет здесь. А где он? Ну, в деревне живет, в Сосновой роще. Там хорошо, там песок, сосны. А ему в городе нельзя жить. У него гланды. Родители плохим здоровьем наградили. Далеко это? Да верст 50. Как же мне туда съездить? А тебе не надо туда ездить. Не надо. То есть как? Что с ним, что-нибудь случилось? Да ничего с ним не случилось. Жив, здоров, хороший детеныш, умный. Тебе он зачем? Ну как зачем, вас, Борисовна, соскучилась. И потом я его решила отправить за границу. Там у меня сестра замужем за профессором химии, детей у них нет. Так я и думала, что ты потащишь его в свой круг. Нет, Рошель, не дам я тебе Колю-то. Не дам. Как это? Я мать. А я бабушка. Свекровь тебе. Знаешь, что такое свекровь? Это всем кровь. Дети — это руки мои. Внучата — это мои пальцы. Поняла? Нет, я не понимаю вас. Вы это что, серьезно? Да, не до шуток мне. Нет, ну это что-то допотопное, вас, Борисовна. Вы не можете так думать, вы умная женщина. Ну, ладно, ладно. Чтобы не говорить пустых слов, ты вот сиди и слушай. Колю я тебе не отдам. Этого не может быть. Нет, не дам. А ты думаешь, что ты можешь сделать против меня? Ничего не можешь. Для закона ты человек несуществующий. Закон знает тебя как беглую, как революционерку. Объявишься, тебя в тюрьму посадят. Неужели вы воспользуетесь моим положением, вас, Борисовна? Я не верю. Вы не сделаете этого. Нет, сделаю. Нет, вы отдадите мне Колю. Нет, не отдам. Нет, вас, Борисовна, вы отдадите мне Колю. Ну, ладно, ладно, не ори, не на митинге. Спокойно. Колю я тебе не отдам, ему другая судьба назначена. Что вы, зверь, вас, Борисовна? Разве можно так? Я же мать. Зверь. Какой же я зверь? Я не зверь. У вас папиросы есть, мои кончились? Не курю. И тебе не советую. Зверь. Я ведь тебя знаю. Ты упрямая. Это у тебя внешность только такая, хрупкая. А ты ведь от своей мечты затеи не откажешься. Тебе ведь революцию снова раздувать надо. А мальчика, ребенка в чужую страну, к чужим людям. Парле франсе, лямур, сиротой. Нет, Рошель, не дам я тебе Коля-то, не дам. Да, в конце концов, вы можете это сделать. Да, могу. Вы даже можете выдать меня полиции. Да, и это могу. Я все могу ради внука. Так что ты отступись. Оставь внука мне. Ты ведь умная. Сообрази, к чему он тебе, обуза? Ты знаешь, что я не раз жалела, что ты не дочь. Знаю. Ночевать у вас можно? Ну, а почему ночью? Полиции не выдам. А девчонки мои будут рады видеть тебя, очень рады. Любят они тебя. А Колю я тебе не отдам. Так и знай. Это еще увидим. А что, выкрасть попробуешь? Пустое. Нет. Я не хочу об этом больше говорить.
Устала ты еще, вы ошарашили. Невероятная все-таки фигура у вас, Борисовна. И страшно вас жалко. А мне, Рошель, тебя не страшно. Только жалко. Эх, Рошель, Рошель. Когда мой муженек все дома, все пристани, все пароходы, все хозяйство в одну ночь проиграл в карты. И обрадовался. Да, обрадовался. А он поставил последний перстень изумрудный и воротил весь проигрыш. Да еще слишком. А сам запил. Безобразно запил. Вот тут моя радость и кончилась. Полтора десятка лет я везу этот дом. Все это огромное хозяйство. Детей ради везу. А дети, ты знаешь, дети, какую силу истратила я. Какая я была девушка. Веселая была. И теперь все. Оправдание мое, вся надежда моя, Коля, внук мой. Вот вы сообразите вас, Борисовна. Насколько мне приятно это слышать, что мой Коля сын, ваше оправдание. Неприятно? Ничего. Я тоже от тебя кое-что кисленькое-то слышала. Ну да ладно. Давай-ка чай пить. При девицах сохраним вежливость, так что ли? Не надо им говорить, Вася Борисовна, что я приехала нелегально. И спор нашим знать незачем, они ведь ничего не решают. Ну, это понятно, что не надо.